Арест Улюкаева – это знак кому? Это знак либералам. Какой знак? Воровать не надо. Прямой знак. И показать обычным людям, что все-таки у нас видимость какая-то борьбы с коррупцией присутствует. Хотя люди обычные, я не думаю, что в это верят. Знаете, прежде всего, наверное, это знак нам всем. То, что лучше быть не может, пока такие люди берут взятки в таком количестве. Всяким коррупционерам знак. Хотят их напугать. Ну, хотят и напугать, и если человек совершил поступок, собственно говоря, чтобы знали, чем это вообще может закончиться. Это знак другим деятелям нашей администрации для того, чтобы они были немножко осторожней при своей работе. Наверное, все-таки не просто так. Все-таки, наверное, что-то там такое произошло, о чем нам не говорят, но в то же время показывают, что что-то делается, и, так скажем, плохие люди должны быть там, где они должны быть. Это не знак, а это борьба с коррупцией конкретно. Знак – это президенту. Дело в том, что он слишком много уже начал борзеть. Поэтому его... А у власти нельзя так делать. На мой взгляд, это, ну, не знаю, это консолидация узкого круга, возможно, вокруг нашего президента. И, соответственно, убирание из него каких-то людей, которые не совсем удобны, может быть, тем, кто находится ближе в этом кругу к центральной фигуре. Ну, таким же Улюкаевым, наверное, от власти, что... Ребята, либо заканчивайте, либо будьте осторожными, ну как-то так. Ну, вы знаете, в свое время Лившиц сказал, наверное, делиться надо. Ну, я так думаю, наверное, надо поделиться. Вот. И тогда всех ставить в покое. Ну, нельзя же, как говорится, в одно рыло.